Hello, MMAboxing.row. MMAboxing.row. Check us out. Здравствуйте, дорогие читатели MMAboxing. Я не знаю. Я думаю, очень многие сейчас празднуют это в полулегком весе. Многие люди празднуют сейчас победу другого человека. Мне этого не понять, кто-то празднует выигрыш другого парня. Но, в конце концов, я чемпион мира в полулегком весе. И я намерен вернуться обратно и напомнить им, чего я достиг и что я сделал в этом дивизионе. Но я не собираюсь забывать о легком весе. Я не буду забывать о полусреднем весе. Я попросту наслаждался фактом того, что Нейт был способен выдерживать мои удары, получать их, продолжать идти вперед. Его лицо было разбито, и я перешел в режим паники. Моя энергия ушла, и он воспользовался этим. Думаю, теперь я осознал, что более крупный парень может выдерживать больше ударов. Он может выдержать больше, чем один, больше, чем два, чем три удара. Этого не хватит, чтобы вырубить здоровяка. Думаю, теперь я могу выиграть более тяжелого парня с таким настроем. Я сделаю это снова. Но, думаю, в следующий раз я вернусь полулегкий и буду защищать свою корону.